А вон, он на бампер задел, чуть и царапку эту. А у него там чуть-чуть мятины все. Разумеется, дело в этой пустяковой аварии было не в повреждениях машины, а в принципиальном споре водителей. Формально тут вроде бы все ясно, городской транспорт ехал позади Нивы и был обязан соблюдать дистанцию. Однако же у водителя автобуса есть довольно веский аргумент в свою пользу, это запись видеорегистратора. Мы приложили запись видеорегистрации для ГАИ, для компании «Эфир», чтобы было видно объективно, кто виноват в ДТП. На данный момент наш автобус не виноват и, соответственно, вот эти подтверждения мы прикладываем. Он не пропустил. Ведь идущий транспорт прям должен пропускаться. А он считает, что он прав. В этой аварии были и пострадавшие. При резком торможении упала женщина-кондуктор, причем упала настоящую перед ней пенсионерку. Подъехавшие медики решили не рисковать и доставили пожилую женщину в больницу. Искандер Толбаев, Александр Царегородцев, Эфир 24. «Игра престолов» в воскресенье на телеканале «Эфир».